Друзья, приветствую вас. Сегодня состоится 50-километровый ультрамарафон. Мы не имеем другой планеты. И хотел пару слов сказать, почему же мы организовали этот забег. Экология на данный момент нашей планеты очень-очень печальном состоянии. Если мы не начнем что-то менять уже на данный момент, в скором времени у нас просто ее не останется. И, соответственно, если у нас не будет нормальной живой планеты, то и человечество не сможет на ней нормально существовать. Поэтому это касается каждого, касается того, что мы оставим нашим детям. Мы все хотим, чтобы наши дети жили в красивой, хорошей стране, качественно, питались качественными продуктами. Собрались ученые со всего мира, взяли последние исследования и рассказали, что на данный момент больше всего засоряет нашу планету производство продуктов животного происхождения. И вывели новую диету, флекстерианская называется, где хотя бы нужно уменьшить употребление мяса до одного раза в неделю. Иначе в 2050 году мы будем все очень сильно страдать. А в первую очередь будут страдать наши дети, так как наши последствия сегодня приведут в скором времени к печальной ситуации на Земле. Нужно каждому задуматься, что он кладет в рот, какие последствия. Поэтому мы бежим сегодня 50 километров, думаем об этой проблеме, общаемся об этой проблеме. Я надеюсь, что в скором времени все люди на планете перейдут на растительное питание, которое полностью в гармонии с человеческим телом. Мы можем жить в гармонии с природой, получать от нее силу и энергию. И только от нее мы можем получать силу и энергию, но никак из продуктов насилия. Это можно взять на любом уровне, физиологическом, психологическом и духовном. Нет оправдания данному виду питания. Задумайтесь, и вы станете здоровыми. А самое главное, вы передадите здоровую идею своим детям. Километров пробежали, решили позавтракать батончиками Джайра. Александр, огромное спасибо за поддержку нашего забега. Батончики все заценили, очень вкусные и очень питательные. Как вам батончики? Спасибо. А подскажите, вообще на месте можно курить или нет? Вот вы мне скажите серьезно. Ну а как вы боретесь с преступностью, там, с этими всеми делами, если вы берете и курите? Мы где люди бегают 50 километров сегодня за экологию планеты, понимаете? Да. Вот мы вас попросили, а вы все равно вот берете и... Друзья, вот и завершился наш забег «Мы не имеем другой планеты», ультрамарафон 50 километров. Это море позитива, море счастья, так как мы не просто бежали, а несли очень серьезную миссию в этом забеге. Хочу поблагодарить всех друзей, которые пришли поддержать нас. Александр Шевченко, Сергей Степаненко. Огромная благодарность Валентине Ковальской, с которой я... Бегу многие забеги, много тренировок, поддерживает меня также во всех, как говорится, начинаниях. Людмила Бондаренко нас кормила, поела каждый круг. Андрей Гончаренко, который пробежал 35 километров, ребята, с чем я тебя поздравляю. Это отличная дистанция и помог нам с организацией, дождался до самого финала. Спасибо тебе огромное за помощь. Виталик Кононенко и многие другие ребята, вы все супер, вы молодцы, что пришли, поддержали и внесли свою частичку в спасение планеты. Огромное спасибо ребятам, которые нас поддерживают. Это СМИ, сегодня были CTV, телеканал Николаев, 0512,
Свидок.инфо. Игорь Шибисов, тебе огромное спасибо. Спасибо вам огромное за то, что вы помогаете распространить информацию, правильную информацию, добрую информацию для людей. И хотя бы, может, несколько человек, да, задумается, и это уже будет наша победа. Если хотя бы 1-2 человека задумаются над проблемой, которая стоит на данный момент с экологией и с питанием. И огромное спасибо партнерам нашего мероприятия. Это компания «Эконика». Роман Кучеренко, огромное тебе спасибо. Ты поддержал нас эко-печеньками, которые нас грели всю дорогу, весь забег. Мы поели, всем очень понравилось, раздали детям. Все просто в чудесном настроении от ваших печенек. А также нас поддержала общественная организация «Зеленая волна». Выслала нам батончики, сыроедческие батончики веганские, где собран полный мультикомплекс витаминов, минералов. Мы также зарядились очень сильно ими. Они также нас подпитывали весь забег. Супер, компания с Мариуполя. Мариуполь с нами, и это очень радует. Александр Певтий, тебе огромное спасибо за это. Благодарим. И также всех друзей, кто на Фейсбуке делился информацией, поддерживал теплым словом. Очень ценная поддержка от вас. Опять же, распространить информацию ничего не стоит, а получить от этого только плюс для каждого человека. Это, я считаю, очень большой и хороший поступок. Поэтому всем, друзья, кто на Фейсбуке делился, комментировал, вам огромное-огромное спасибо. А мы будем заканчивать наш репортаж. Я сейчас вдохновляюсь этой природой, пришел на речку и здесь еще полчасика посижу, помедитирую, наслаждаться буду каждой секундой, проведенной на трассе. То, что это было незабываемо. И, как всегда, очень скучно, когда мы расходимся. Хочется находиться вечно. До новых встреч, и вскоре мы делаем еще ряд забегов. Ждите анонсов, следите на Фейсбуке, все буду выкладывать для вас. Это будет необычный, нестандартный, ну, в принципе, как и всегда. Как всегда, будет очень-очень интересно. Действуйте локально, мыслите глобально, ребята. Давайте будем хоть чуть-чуть мы заботиться о нашей планете и о нашем здоровье. Если мы не будем заботиться о планете, то о здоровье можно забыть, потому что она нам дает здоровье, нам не дает что-то другое, особенно химические продукты нам точно это не дают. Поэтому задумывайтесь, что вы кладете в рот, и с очередной покупкой подумайте, что может повлечь за этим. Это нужно подумать каждому, особенно про детей. Ребята, дети – наше будущее, и все мы хотим, чтобы они жили в прекрасном, в хорошем месте, на хорошей планете, с хорошими отношениями, в любви. А это невозможно, если мы не изменим свой стиль питания, мы не изменим свои привычки, мы перестанем убивать нашу природу. Мы убиваем природу, ребята, а природа нам дает все. Нам дает воду, нам дает воздух, нам дает еду. Поэтому в первую очередь нужно позаботиться о природе, а она позаботится о нас.